19 декабря отмечается один из самых важных праздников – День Святого Николая Чудотворца. Святой Николай – один из самых почитаемых святых. Нет другого такого святого, который был бы так любим народом, открыт и доступен каждому верующему человеку и при жизни, и после своей смерти. Чудотворцем святого Николая угодника называли за совершенное им неисчислимое количество чудесных исцелений. Ему молятся об исцелении от всех болезней, о покровительстве семейного очага, о заступничестве за детей, вдов и сирот, о сострадании к беззащитным, о помощи в бедности и нужде, о покровительстве тем, кто в пути. Говорят, что он слышит молитвы не только православных, но и отзывается на молитву людей другой веры. Спустя 17 веков Николая Чудотворцу молятся во всех странах мира на всех языках. На Кубани несколько десятков храмов и церквей носят имя этого святого. Свято-Никольский храм есть и в нашем районе, в селе Великовечном. И многие прихожане храма стремятся подражать поступкам святого. Хотя бы в малом кому-то помочь, сказать доброе слово, утешить.